Светить всегда, светить везде. На этом празднике собрались самые яркие, талантливые и креативные. В Чебоксарском педуниверситете прошел звездный бал выпускников 2013 года. Вальс, полонез, фокстрот, мазурка. Все в лучших традициях настоящего бала. Дотянуться до звезд попытались и мои коллеги. Огромный зал, высокие потолки и, конечно, бальные танцы. На звездном балу настоящие звезды. Чтобы попасть сюда, они трудились 5 лет. И, как оказалось, не напрасно. Кого-то пригласили на бал за научные достижения, а кто-то защищал честь вуза на творческих конкурсах и спортивных мероприятиях. Всех их объединило активное участие в жизни родного вуза. Я участвую в различных конференциях, пишу статьи, затем, например, участвую в республиканских конкурсах и конференциях, занимаю призовые места. Костяк Чувашского госпедуниверситета представили. Да, тут прекрасные девушки, отличные ребята, отличная атмосфера художественного музея. Все это, конечно, создает определенный шарм этому балу. Очень хорошие учителя, молодцы прям. Нас всех поставили на место, нас учили, учили жить, учили всему, чему можно. Еще вчерашние студенты не подтверждают мнение, что мало кто из студентов педагогического вуза идет работать по специальности. Они уже сегодня готовы к труду и обороне. Одни собираются учить детей в школе, другие – грызть гранит науки в аспирантуре. Дальше я собираюсь поступать в аспирантуру, также в педагогическом университете, продолжить свою научную деятельность. Пойду работать в школу. Но сейчас собираюсь, конечно, в лагерь «Морскую звезду», педотряд «Камушки». Каждый год ездим на юг, работаем с детьми. Благодарности, поздравления, все внимание на этом балу на звездных выпускниках. Все теплые слова в адрес счастливчиков. Министр образования здесь не просто должностное лицо, он и сам звездный выпускник прошлых лет. Одно поколение уходит из стен, уже набирается новое поколение, заявлениями идут в педуниверситет. Наверное, это знаковое событие. Бал закончится, но звезды не померкнут. Они уже продолжат светить в школах нашей республики. А на их место придут новые звездочки и продолжат традиции педагогического вуза. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.